Спешка привела к аварии. Троллейбусы и иномарка не смогли разъехаться сегодня в Чебоксарах на перекрестке проспекта Мира, 50 лет октября. Водитель иномарки решила со второй полосы повернуть направо, не пропустив троллейбус. В результате Kia оказалась в сугробе. В момент происшествия в салоне троллейбуса пассажиров не было, никто не пострадал. Нормально ехала, как обычно. Машина со второй полосы решила подрезать, уехать в ту сторону. И все, подрезала. Да, нарушила, она говорит, спешила, сама сказала. Спешка дала о себе знать.